кого бы я сделал? Пожалуйста. Максимально. Руины силикатного завода кирпичного. Интересно, да? Вот именно стел, короче, остались. Он уже заваленный. Трудно представить грандиозность всего того песка, который был отсюда вынут. Из этого песочка построен и Краматорск, и Славянск. Из этого песочка. И весь силикатный кирпич, который шел на постройке города. И Славянск, и Краматорск находился когда-то здесь. Здесь чуточку холодно, где находится другой водопроводный карьер. Просто фундаментально. Ну вот, ребят, еще лишний пример, почему сюда не стоит заходить. Швы прокоррозированы, конструкции отходят друг от друга. Явно они уже не несут никакой конструкционной прочности. Явно, ну это видите, но не может такое нести какую-то нагрузку, но не может. Представьте, это те швы, которые мы видим, а те, которых мы не видим. И понятно, что это просто ограждающая конструкция, которая просто как перилка идет. А представьте, что может быть, если эта трещина подобная будет идти на несущей конструкции. Опасно. Не стоит сюда идти. Не стоит. Потому что это может закончиться крайне плачевно. Вид хорош. Но цена этого вида может быть стоить очень дорого. Подумайте, прежде чем сюда идти, просто подумайте.